Большая часть работ, посвященная животным, занесенным в Красную книгу, написана в Кавказском природном биосферном заповеднике. Именно здесь Анастасия создавала образы для произведений. Дикий, серый, бурый, горный, степной, благородный, хищный. В целом же все эти звери, собранные в одну серию работ из самых разных уголков нашей страны. К примеру, зубр художницей написан в Рязанском заповеднике. Хотелось показать людям, что мы можем потерять и что у нас сейчас есть, чтобы сохранить это для наших потомков, чтобы могли они видеть их, ну, в будущем. Кроме биологической точности и индивидуального характера, автор наделила каждое животное аутентичным голосом. Уже завтра на открытии выставки в Зимнем театре рядом с каждой картиной будет смонтирована кнопка, нажав на которую можно услышать звуки природы. Уверяю вас, звуки интересные. Допустим, волки, они не только воют, да? Они еще там и могут скулить, и даже гавкать немножко. Когда ты пишешь, ты передаешь только образ животного, а хочется передать как 3D-картинку, да, когда можно не только увидеть, но и услышать, чтобы представить себе общую картину. Вообще Анастасия Дубач – современный художник-маринист, но вот уже несколько серий картин она посвящает животным. И выставка «Последний след» – это привлечение внимания к проблемам животных и проявление своей гражданской позиции. Написаны же картины в новой технике полупрозрачной живописи. То есть животные на картинах медленно проявляются или, наоборот, исчезают с холста. Так художнице удалось передать ускользающую красоту зверей. Выставка, которая стартует именно в Сочи, уже в сентябре отправится в Москву, а затем посетит все города России, но в первую очередь те, в которых были написаны полотна.